Дорогие друзья, Россия представила на международном авиасалоне сначала новый самолет военный, разумеется, потом новый беспилотник, но почему-то ажиотажа в соответствующих профессиональных кругах, в соответствующей литературе на Западе, в средствах массовой информации ажиотажа этого никакого не вызвало. Что это за новые модели, мы попытаемся разобраться, и я приветствую на связи с нашей студией Леонид Токарский, авиаконструктор и бывший директор отдела по развитию бизнеса израильского концерна авиационно-космической промышленности. Леонид, здравствуйте, мы вас приветствуем. Добрый день. Новый боевой самолет, новый беспилотник, который показала Россия. Это действительно новое слово, это действительно какой-то прорыв в авиационной технике или... Они выдают немного желаемое за действительное. Желаемое за действительное. Есть у вас какие-то индикации, чтобы подтвердить эту точку зрения? Да, конечно. Дело в том, что касается... вообще авиационная промышленность в России уже практически не существует. И все, что там происходит сегодня, это, в общем, какие-то остатки чего-то и так далее. Дело в том, что сегодня передовая то, что значит, выдается за, как я понимаю, за последнее слово техники, беспилотные самолеты, это на самом деле беспилотный самолет наш, очень старый, еще первых поколений, которые сделали, собрали его в России. И это была еще идея в свое время, когда я работал директором по развитию бизнеса в странах СНГ. Это та идея, которую я предложил, это, значит, собрать самолет беспилотный. Получили мы на это разрешение. И вот несколько лет после того, как я уже ушел, это дело пошло. Они получили и сделали. Назвали его, там, я не знаю, как они его назвали. На самом деле, там не... Ну, как бы сказать, я знаю очень хорошо авиационную промышленность России. Я был на всех заводах практически, которые есть в России. И по их просьбе мы осуществляли совместный проект. Мы пытались на Самарском заводе, который делает самолеты Туполев и бомбардировщики Ту-95, мы пытались сделать совместные какие-то проекты. Это было в начале 90-х еще. Поэтому я хорошо очень знаю, что там происходило тогда. Господин Токарский, у меня такой вопрос. А насколько вот в этом авиационном мире можно защитить свои авторские права? Ведь смотрите, что происходит. Есть, например, израильский истребитель «Кфир». В свое время китайцы, ну, практически содрали этот истребитель, сделали какой-то свой самолет, а сейчас они собираются этот свой самолет поставить Ирану. То есть фактически получается, что у врагов Израиля будет фактически самолет, сконструированный израильтянами, головами и напоминающий наш истребитель «Кфир». Можно ли в авиаконструкторском деле защитить каким-то образом авторские права? Во-первых, я думаю, что это не «Кфир», это, наверное, «Лави». «Лави», возможно. Возможно. Вот. Потому что мы в свое время, когда нам американцы закрыли этот проект, я был один из главных конструкторов «Лави». После того, как нам американцы закрыли этот проект, Мы его продали в разные страны, в том числе и в Китай. Но тогда это была сделка как бы закрытая. Теперь смотрите, все то, что мы продаем кому-то, это какое-то очень старое поколение. То есть те вещи, которые в принципе уже не представляют для нас ни секретов и ни опасности. Вся идея вообще, вот если, знаете, здесь надо, видимо, разобраться. Есть несколько вещей, которые действительно являются секретными, и действительно они отличают военную технику. Прежде всего, это то, что касается электроники, вооружения и так далее. Так вот, когда этих вещей нет ни в России и нет в Иране, когда, есть такая... как вам сказать,
есть такая общая идея маркетинговая, что для того, что надо каждый год или каждые два года показывать самолет новый, то есть не новый самолет, а модификацию. Как это делается? Делается еще один скуп там, или еще один выход, или еще один, одна, значит, выпуклость на корпусе и так далее, чтобы показать, что самолет все время меняется. Без этого невозможно его продать. Но в принципе, то, что является важным, электроника и вооружение, и радары, вот это вот самые важные вещи. И если вам, если кому-то продали там, допустим, 5 поколений тому назад, нам это не представляет никакой опасности. Защитить это невозможно. Да и опасности это не представляет. В военной технике патент как таковой не работает, вся эта идея. Понятно. Я вам скажу такую вещь, если это интересно. Значит, в свое переворот вообще в авиационной промышленности произошел, это наш авторский переворот, это началось с беспилотных самолетов. Это то, что мы начали, потому что сегодня вот все разговоры о боевых самолетах, это на самом деле уже отпадает, начинает отпадать, потому что беспилотный самолет сегодня может находиться в воздухе двое суток, его можно заливать керосином и так далее, то есть давать ему топливо. И по отношению к боевому самолету, боевой самолет, в котором находится летчик, сегодня уже не нужен. Посему стала проблема с самолетом, например, это самое, F-35. То есть, по большому счету, самолет, который управляется пилотом, он уже морально устарел. Совершенно верно, потому что самолет беспилотный, он может летать двое суток, он может выполнять любую задачу. И, в принципе, даже если что-то с ним случится, это мало волнует, потому что это нет человеческих жертв. Скажите, господин Токарский, вот вы упомянули продажу этих самолетов Ляви Китаю. Я так понимаю, что против Китая существуют всевозможные ограничения, введенные американцами. Если мы хотим что-то продать Китаю, мы должны получить у Соединенных Штатов Америки разрешение. А вот в отношении России такие ограничения тоже действовали, или это только появилось вот в последнее время после отчуждения Крыма и введения санкций? Смотрите, есть определенные ограничения общие, а есть ограничения, скажем, военные. Да? Военные ограничения в том случае, если вы выставляете оборудование, которое содержит элементы американской техники, то надо просить у них разрешения. Если мы эта техника, она сделана нами, и нет американских деталей там каких-то, то, в принципе, это законы как бы международные, которые существуют, то никаких разрешений на это не требуется. Поэтому, но мы решаем это сами, потому что у нас решают, дает разрешение у нас Министерство обороны. Там есть отдел, который этим занимается, и который дает разрешение на любую продукцию, которую мы поставляем за границу, авиационную и так далее. Поэтому есть еще элементы двойного пользования, то есть, допустим, гражданские элементы, которые стоят и на военных самолетах, и на гражданских. Это называется двойного применения, это тоже требует особого разрешения. Но в том случае, если они сделаны, скажем, в Америке, вот если это американские элементы, мы да, должны. Скажите, господин Токарский, вот в России, ну, по крайней мере, в Советском Союзе считалось, что авиационная школа советская, авиационные конструкторы советские были, ну, если не лучше, то, по крайней мере, наравне с западными. Какова картина сегодня? Насколько сегодня российские самолеты, российские авиаконструкторы соответствуют мировым международным стандартам? И если они отстают, то на сколько лет? Смотрите, я до 90-го года возглавлял конструкторское бюро самолетное. И в 90-х годах меня попросили провести тест на бизнес. Я сказал, что я вообще никогда не занимался бизнесом. И тот, кто торгует, он спекулянт, так меня учил отец. Но мне сделали этот тест, и выяснилось, что я, значит, как мне сказали, рожден заниматься бизнесом. И я организовал деск, который занимался странами СНГ, меня вот это, в израильской авиационной промышленности.
И тогда я начал работать с ними. Я впервые стал, я сам не авиаконструктор российский, я авиаконструктор израильский, потому что я вообще корабел. Но когда я приехал в Израиль, меня взяли в авиационную промышленность, и я пересдал экзамены, так сказать, получил дополнительное образование. Я стал авиаконструктором. И я этому учился здесь. И, вот. И, короче говоря, я стал работать с российскими авиаконструкторами. Я работал с Туполевцами, с Илюшинцами, с Яковлевцами, с Кивой работал в Антонове и так далее. Я знаю всех авиаконструкторов. И я вам должен сказать, что когда я приехал в Россию и стал работать с ними, я почувствовал, что, значит, конечно, уровень их был намного больше, выше того, технически, чем он был у нас. Более того, это была большая школа и так далее. И я отнесся к ним с глубоким уважением. Но у них была проблема, они не умели считать деньги. Они не умели руководить проектами, потому что они не считали деньги. У них средства были неограничены. И поэтому я им стал объяснять, как на Западе руководят проектами. Я стал лекции такие читать, чтобы, когда как бы мы стали работать вместе, как принимаются решения на Западе, как ведется, сколько стоит расчет на прочность. Они не знали, сколько стоит расчет на прочность. И, короче говоря, мы стали работать вместе. Они действительно были, уровень их был очень высокий. Что касается со временем, это было в 90-е годы. Но меня удивило другое. У них не было следующего поколения. То есть они, это были люди, там работали, которым было по 60-70 лет и так далее. Молодых там не было. И когда постепенно полностью исчезло у них второе поколение, то есть уже... Не было, вот если вы заглянете, я не знаю, как сейчас, но я предполагаю, что еще хуже. В КБ, там сидят люди, которым под 80 лет и так далее. Они не умеют работать на компьютерах, они работают на бумаге, они рисуют карандашами. Вот как когда-то мы делали, делают кальки и так далее. Компьютеры... Синьки. Синьки, да, совершенно. И в то время, как мы на Ляви в свое время, в 70-х годах, мы начали работать на ватманах, а закончили работать на компьютерах. То есть мы за 6 лет полностью переорганизовались. А они не организовались. У них нет ни второго, ни третьего поколения. И в свое время, когда я вел переговоры различные в Москве, например, да, меня спросили... Что надо сделать, чтобы авиационная промышленность осталась, чтобы она возобновилась? Я им сказал, вам надо объединить все ваши КБ, собрать всех людей, которые остались, и организовать одно КБ, и туда направить молодых, учить людей. Они не смогли это сделать, ни Туполевцы не говорили с Илюшинцами не говорили с Антоновцами и так далее. В общем, короче говоря, у них нет сегодня школы авиационной, как она была раньше. Все давно уже рухнуло. Это рухнуло где-то уже 20 с чем-то лет тому назад. Да. Господин Токарский, вот в Америке, например, да, создают новый самолет. Да. Происходит некое сотрудничество. Какие-то комплектующие они могут заказать в Японии, какие-то комплектующие они могут заказать в Израиле там, и так далее. То есть происходит какой-то обмен знаниями, обмен информацией. Что касается России, то Россия, как, насколько я понимаю, она автономно все делает у себя, все комплектующие. Или у них тоже есть некие плоскости сотрудничества с другими странами? У них нет, они пробовали, да, между прочим, они пробовали это через нас. Так. Допустим, вот мы были те, кто заменил самолеты Туполева и Илюшина на Боинге. Вот фирма эта Transaero, да, мы ее организовывали технически. Я ввел первые два самолета Boeing 737-200 в Москву. Но для того, чтобы их вести, надо было привести туда людей, техников. Там надо было устроить склады, там надо было устроить техобслуживание и так далее. И вот эти вещи мы и делали. Это была одна из тех функций, которые я выполнял.
И мы обучали их людей, то есть сегодня уже, допустим, эти западные самолеты на гражданских аэродромах обслуживаются уже российскими техниками, которых мы обучили. Потому что не было в те времена, в 90-е годы, нигде столько людей, говорящих по-русски, как у нас в Израиле. То есть авиационных конструкторов или авиационных механиков. Леонид, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что Израиль продает другим странам только то, что уже технически устарело. Вот эти самые беспилотники, которые, как вам кажется, послужили прототипом для вот этого нынешнего беспилотника, показанного России. Это тоже были какие-то устаревшие модели, в которых не было никаких секретов? Смотрите, в России произошел большой кризис после войны с Грузией. Я просто знаю очень хорошо то, что там происходило. Значит, я был одновременно, у меня была такая функция, была комиссия по аэрокосмическому сотрудничеству между Россией и Израилем, я был зампредседателем. И мы вели там одновременно переговоры по всем этим делам. Что получилось у них в Грузии, так как они это рассказывали? Там получилось следующее, что, в принципе, Грузия закупила у нас, не в нашей авиационной промышленности, а в Эльбите, беспилотный самолет. И беспилотные самолеты сегодня, они практически решают войну. Почему? Потому что, допустим, каждый взводный командир, у него есть за плечом беспилотник 5-килограммовый, который он запускает и смотрит, что там за бугром, есть там укрепление или нет. Если там надо бросить гранату, то он ее прямо с этого самолетика и сбрасывает. Поэтому вести войну вот с такой информатикой, с такой техникой невозможно. В России вела войну своими боевыми большими самолетами, эти птицы, которые шумели и летали, но они сделать-то ничего не могли. То, что может сделать элементарная техника, которая сегодня работает, вот эта электроника и так далее. Вот эти израильские беспилотники, у кого они сегодня есть, кроме России, у Грузии, Украины, такие беспилотники? Я вам сейчас объясню, как это. Мы с этого начали. У нас беспилотник появился, он первый беспилотник участвовал в Первой Ливанской войне, еще когда уводили... выезжал на 100 джипах, вывозил своих людей, у нас уже висели беспилотники, которые снимали, какие люди там выходят. Значит, тогда это было очень давно. У нас было много поколений, даже беспилотник нам было сделать проще, чем делать большой самолет, но нужно намного меньше денег. Сегодня мы вообще та держава беспилотников, которая есть. Правда, открыто об этом не говорят, но это так оно и есть. И когда после войны в Грузии они приехали, у меня были с ними очень сильные разговоры, посоветоваться приезжали, что можно сделать. Я им сказал, что можно взять самолет и сделать у вас болтовую, то есть мы вам дадим все элементы, вы будете их собирать отверточной сборкой, как Лего. И эта идея, это тот самолет, который сейчас, о котором они говорят, это тот израильский самолет, который собран у них. Им прислали двигатель, им прислали болты. Они единственное сделали пластик и на нем написали какое-то название, которое... Я им в свое время говорил, напишите там «Россия» или там «Прогресс» или что хотите. Это наш самолет. Значит, они ни один из элементов сделать не могут. То есть, я имею в виду электронику, кроме вот корпуса и так далее. В свое время они мне предложили, чтобы я проехал по их заводам и посмотрел, насколько они могут скопировать электронику, сделать электронику для своих самолетов. Я спросил, почему вы просите меня это сделать? Я представитель авиационной промышленности. Они говорят, потому что здесь все врут. И мы хотим, чтобы ты поехал посмотреть. Дали мне даже человека, я с ним ездил на завод Козицкого в Ленинград. В общем, и смотрел, что где есть. Нигде ничего нет. Они не могут организовать, потому что электроники, не на чем делать электронику. Сегодня уж там какие-то кровати делают. И так далее. То есть,
Что получилось? Эту электронику они должны купить у нас. Мы им ее продаем. Это электроника другого поколения совсем. Леонид Токарский, авиаконструктор и в прошлом директор по развитию бизнеса израильского концерна авиационно-космической промышленности Тасия Аверит. Я благодарю вас за эту очень интересную беседу и большое спасибо за участие в нашей программе. Всего доброго. До свидания. Все на сегодня, дорогие друзья. Это была программа «Тема дня». С вами был Цви Зильбер, я редактор и ведущий радиостанции «Река».